29 апреля 2024 года. У нас стройка здания Петробайкал. Вот у нас отверстие. Там трубы лежат, выкопан глубокая. Так, дальше было обращение в части того, что тут щели образуются. Ребенок встанет и провалится. То есть можно стяжками сделать металлически. Но никто ничего не делает. Обращение было. Надзорные органы. То есть вот в эту щель точно ребенок может провалиться. Да, и взрослый при желании тем не пролезть. Дальше идем. Идем. Уже побольше. Здесь тоже что-то они отогнули. Не хватает, но нарастить можно. Вот там внизу глубоко. Дальше идем. Тут вообще взяли деревья небольшие. Тоже небольшое. Две ладошки. Здесь у нас погнули даже ограждение. Так вот. Получается. Тут тоже большой зазор. Сантиметр 35-40. Здесь нравится. Сейчас проедем. Найдем еще место. И пошире. О. Тут вообще. 40. Сюда точно. То есть забор длинный. Как бы смысл каждую дырку вращать. Просто посмотрим, что где-то они стянули. Нигде. Здесь большое. Здесь очень большое. Ну, здесь сетку только вот еще наружу зачем-то. А, ну вот, смотрите. Произошло. Так, спешусь. Получается, у нас там подкопы убрали. Техника, да? А вот тут оставили, тут даже сделали больше. Показываю. Сейчас. Я уже здесь. То есть это я двухметровый человек. Ну да, легко и беспрепятственно попал. А тут дети гуляют. То есть становится только хуже. Получается, на этом заканчиваем тогда.